Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, я Антон, и я продолжаю проходить игру под названием «В тылу врага 2», она же «Faces of War». Ну что, дорогие друзья, мы с вами подобрались к самой конченной миссии в игре. Называется она «Rush 4». Я эту миссию ненавижу, просто на дух не выношу. Для меня это конченная, очень сложная миссия, но, тем не менее, это, наверное, самая интересная миссия в игре. И одна из самых интересных миссий вообще в серии. Вы знаете, если там, допустим, Вильц или Стамон там на язычах проходятся и забываются, потом даже не вспомнишь, то Rush 4 будет вспоминаться. Я до сих пор иногда в кошмарах он мне снится, как его проходил раньше в детстве и проходил вот в последнее время. Так или иначе, друзья, давайте начнем. Уж не знаю, что из этого получится, но так или иначе пройти это дело нужно. Мы все-таки испортили американцам Рождество, но с топливом нас ждало горькое разочарование. Вся наша надежда на склады в Rush 4. По плану мы проникнем на склады в кузове грузовика, выдавая себя за американцев. Давайте начнем. Какое счастье! Мое ходатайство было удовлетворено, и меня направили под начало знаменитого Скорцени в 150-ю бригаду особого назначения. Нам выдано американское обмундирование, винтовки Гарант и Томпсоны. Задача бригады, выдавая себя за отступающую американскую часть, сеять панику и совершать диверсии в глубоком тылу противника. Главная наша цель – американские армейские склады с топливом в Rush 4. Их надо захватить в полной сохранности, ведь наши танкисты, возглавляющие наступление, буквально молятся на трофейное топливо. Другого-то нет. Я очень волнуюсь, ведь теперь все надежды возлагаются на нашу группу. И если мы не справимся, все с таким трудом выигранные сражения потеряют смысл. Вот мы и на месте. Похоже, янки ничего не подозревают. План такой. Будем надеяться, форма американских рейнджеров избавит нас от неприятных сюрпризов. Но держаться от американцев все равно не следует, поднимать шум. В крайнем случае, пользуйтесь ножами. Мы получили на вооружение новейшие радиомины. Как легко понять из названия, они приводятся в действие сигналом по радио. Для работы с ними нас снабдили специальной рацией. Стоит только ее включить, и кодированный сигнал будет передан на взрыватели радиомин, вследствие чего они немедленно взорвутся. Так что поосторожней с рацией, в ней дремлет демоническая сила. Давайте, друзья, начнем. Ни пуха, ни пера, как говорится. Сначала нужно провести разведку базы, посмотреть, что где.
и заодно прогуляться. База такая большая, объемная, со множеством интересных сюрпризов. Я ему не доверяю. Как можно вообще было допустить немца к управлению составом с топливом? Неужели труп... Что он сделает? Наши за ним прислеживают все время. Даже если ему придет в голову какая-нибудь... Как заманчиво. Состав с топливом. Здесь стоянка бензовозов. Неплохо бы угнать один из них, чтобы заправить нашу боевую технику. Угу. А вон тот субъект-офицер. Нельзя попадаться ему на глаза. Он знает точный режим территории и запросто вычислит нас. Да, и офицер тут, кстати говоря, не один. Поэтому нужно быть аккуратным. А я все-таки, конечно, попытаюсь угнать бензовоз, но... Не даю гарантии, что у меня это получится. Поскольку в определенный момент выполнения этого подзадания, оно будет у нас дополнительным, управление перейдет в руки искусственного интеллекта. А вы понимаете, да, что это значит? И там уже полная срака. Застревание в текстурах. Судя по голосам, это таран вражеской техники. Сюда американцы смогут провести контратаку, когда мы начнем захват базы. Угу. А здесь ремонтные мастерские. Здесь у них, похоже, ремонтная мастерская. Так, ребят, я сегодня буду сохраняться много, даже больше, чем обычно. Поскольку миссия кончена во всех смыслах этого слова. Так, казармы нашли. Давайте сходим вот сюда. К топливным терминалам. Это крупное хранилище топлива. Его доставляют по железной дороге. Судя по антенне, это радиоузел. Сюда еще наведаемся. Кстати, вот здесь стоит второй офицер. Это здание с антенной наверняка радиоузел. Его следует захватить в первую очередь. А прикиньте, ребята, было бы смешно, если бы наш вот персонаж, он ходит и вслух рассуждает. Тот тип с биноклем офицер. От таких нужно держаться подальше. Они наверняка знают, кто где должен находиться и смогут нас быстро раскрыть. Угу. Было бы прикольно, реально, если бы наш главный герой вот идет и вслух рассуждает. Так, отлично. Этих солдат нужно будет перестрелять первыми, они поднимут тревогу. Так, здесь поставим мины. Американцы такие стоят и охеревают. О, броня. Здесь хранится. А вот танки и артиллерия. Обалдеть. Крупнокалиберные орудия на войне еще никогда не были лишними. А я, ребят, не замечал, что, оказывается, можно посмотреть даже внутрь танка. Прикольно, когда люк открыт. Здорово. Каждый раз открываю что-то новое для себя в игре, которая уже лет 12, по-моему. Кстати, а тут, по-моему, где-то третий офицер стоит. Но здесь, соответственно, склады. Гора ящиков. Ух ты, додж какой интересный стоит. Даже два. Запрещен. Убирайся или открой огонь. Понял, не дурак. Дурак был бы, не понял. А это вот этот чел психанул. Да.
Ну что, осталось только вот этих вот разведать. Сколько ящиков? Похоже, вот-вот должен прибыть поезд с топливом. Ситуация ясна. Можно... Он должен был появиться еще вчера. Но как всегда... Нужно установить радиомины с обеих сторон от южного КПП. Нужно установить мину в мастерской возле ящиков и мину в бараках. Пока на базе будет царить паника, наш отряд нападет со стороны КПП. Вот отсюда. Так что, ребят, давайте будем приступать. Так, отлично, мы все разведали. Начнем минироваться. Я, пожалуй, ускорюсь, потому что эта ходьба отнимает довольно много времени. И... Так, ну-ка, Чепушила, уходи-ка отсюда. Я не хочу, чтобы ты меня спалил, гадина. Так, отлично, одна мина есть. Вторую нужно заложить в башню. На вышку. У нас пулемет стоит наверху. Так. Ребята что-то психанули. Видимо, из-за того, что я побежал. Да. Из-за того, что я разбежался, они психанули. Так. Мимо офицера мы лучше ходить не будем вообще. Лучше в обход, знаете, это такое себе удовольствие. Нужно помнить про грузовик с топливом. Мы должны подготовить его к отъезду до того, как взорвутся мины. Угу. Сам-то понял, что сказал. А что это за запах? Похоже, у них здесь полевая кухня. Ха. А если позвать их на обед? Ну-ка поглядим, что там у них приготовлено. Нет, пока мы туда не пойдем, мы сейчас вот сюда вот пойдем. Самонадеянный, вот не задать, его нужно отвлечь. А что, если незаметно стянуть у него ящик с инструментами? Так, ставим скорость обычную. Что за дьявольщина? Шуруйте отсюда нахер. Ты тоже. Козел. Нет, Фрэнк, твои инструменты не брал. Их спер немецкий диверсант. В форме американского рейнджера. Это не смешно, у меня полная задница работы. Да не брал я твои инструменты. Потерял по пьянке. Похоже, трюк удался. Нужно быстро установить мину, пока он не вернулся. Вот чего вот он сейчас смотрит на меня? Козлина. Все, шуруем отсюда. Ох. Повар готов. Теперь он не помешает мне позвать солдат. Так, небольшой был каламбурчик только что от нашего диверсанта. Повар готов. Хорош. Это было достойно. Это было очень неплохо. Так, давайте вернем обычную скорость. Берем ломик. Стучим.
по рельсе. Кстати, это значит такая уникальная фича для игры. Да что не так опять? Что не так, суки? Ой, ублюдки. Ой, ублюдки. Тревога! Ребята, это будет очень долгая миссия. Не нужно стучать у них на виду или чё? Да зачем этот конченый достал... Я понял, почему нас палят. Все, вопрос снимается. Этот конченый достает пистолет. Я планировал убрать ломик. А он... Хорошенькое дело. Сегодня обещали... Что-то ни повара, ни печё... Похоже, кто-то над нами подшутил. Да, ни повара, ни печенки, а обещали паштет из гусиной печени. Между прочим. Кстати, где МакКонахи? Точно! В кино снимается МакКонахи. Так, ребят, не надо психовать. Я уже слышу, там кто-то Гарант перезаряжает. Не надо. Давайте без истерик. Автосейв тем более прошел. Не портите мне праздник. Мракобес, тут их полная казарма. Так. Ну шо. Теперь, друзья, начинается мясо. Все, что было до этого, это еще была соя. Такая, знаете, пресная, невкусная соя. Состав горючего — это настоящий подарок судьбы. Теперь найти бы того, кто отгонит его к нашим. Так. Давайте, ребят, начнем пока с более-менее легкого. Зайдем в радиоузел и перехерачим всех. Вот у нас только, сука, 6 патронов. А, то есть один магазин на Вилрот. И больше негде взять. Он, по идее, винтовочными патронами стреляет. В игре. Так что сейчас, ребят, будем делать MLG. Ох, сейчас такое MLG будет, что... Причем еще... В общем, короче, нужно бахнуть персонал, но не попасть в окна. Если разбиваются стекла, то все, вилы. Типа палевое и все такое. Так. Нужно зайти в центр. Комнаты. Я не ожидал, что здесь их так много. Тебе чего? Я принес патроны со склада. Куда положить? Сложи в ящик, вон там, за шкафами. Так, ребят, вот сейчас замедляем время. И начинаем работать. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, давайте еще раз подсейвимся. Я ни в чем уже не уверен. Может произойти любое говно. Боже, нет! Ну что еще сказать, друзья? Я даже не знаю, что сказать. Подбежал хер просто из-за стола и меня вырубил. Великолепно. Все патроны ушли. Давайте зарядимся, да. Винтовочных патронов натырим. Этих козлов. Да ты спрячь, придурок. И не вздумай доставать вообще ни при каких условиях.
А что еще здесь? Так, ничего серьезного, да? Патроны. И все такое. Все. Разумно было бы закрыть дверь. Не ровен час принесут кого-нибудь черти в радиоузел. Угу. Так, я там сохранился? Да, вроде. Так, давайте подождем, пока офицер отвернется. И зайдем быстренько в комнату. Давай. Давай, на 180. Давай, 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 родной. Давай, докурил, да. И на разворот. Ну что мне, походить? Я ж из-за этого никак не зайду вот сюда. Машинист поезда? Ульрих, я немец, а что? Ты капитан Прайс, не обманывай. Рад послужить Рейху. Садись в поезд и веди состав к нашим. Рад послужить Отечеству. Но для этого требуется перевести стрелку. Долго ж пришлось ждать, пока этот козел отвернется. Так, ребят, вот сейчас начинается просто MLFG. Вот как вот этого ублюдка убить так, чтобы не спалиться? Я вообще хер знает. Я просто без малейшего понятия. Стрелку надо перевести, да. Вот эта мразь не даст ее нам перевести. Все видят нас, все видят. Причем эта мразь каждый раз стоит в разных местах. Она может стоять здесь, она может стоять здесь. Ой, как я ненавижу это говно. Давай встанем вот сюда. Выжди момент, когда тут вообще никого не будет. Вот прям максимально никого. Сейвчик. Давайте забацаем. Побыстрее, чтобы они тут все ушли. Вот эти все. Да. Давай, шуруйте отсюда. Так, вот теперь замедляем время. Еще раз засеемся. Ребят, извините, что я вас, наверное, задолбал уже. Тревога. Ну вот, вот, все. Вот этим все сказано. Тревога. Тревога. Вот хоть обосрись, но тревога. Быстрее. Быстрее, сука. Идут же. Ребята, вы не представляете, на какой сейчас я измене сидел.
Так. 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 Давай сюда. Шуруй к бензовозам. Я постараюсь и это задание выполнить тоже. Но если не получится, ну, значит, не судьба. Все, отлично. Поезд уехал. Шикарно. Так, ну в принципе, вот здесь мы можем подсейвиться. А, вот и водители. Вот теперь можно подсейвиться. Я вас понял. Во, вот наши ребята поехали. Бензовоз пуст, придется его заправить. Следует подогнать бензовоз. Я знаю. Не стреляйте по мне, суки. Вокруг полно американских солдат. Они не позволят нам покинуть базу без пропусков. Самое время вспомнить, что за воротами ждет сигнала наш отряд, готовый к атаке. Когда тут начнется заваруха, союзникам будет не до бензовоза. Наши пойдут в атаку, когда начнут взрываться мины. Да все, уже в атаку пошли. На помощь подоспела вторая группа. Примите командование. Так, это наш бензовоз. Его надо пропустить. Так, у нас боеприпасов не так уж и много. Поэтому мы что делаем? Правильно, собираем трофеи. Немногочисленные, но тем не менее. Где эта чепушила? Вот она, понятно. Нам нужно быть, ребят, аккуратнее с нашим Грейхаундом, поскольку тут совсем децл топлива, если вы обратили внимание. Особо не покатаешься. Да убей! Копать, колотить, это просто... Тут каждый боец на счету. Они такую... Херню вытворяют. Все собираем.